Знаешь, из-за чего он сам приезжал? Из-за Рабидина. Ты сказал, что я охуевший. В чем? Что тебе, я считаю, на 440 тысяч рублей за 3 года тебе покупал сигареты, тихо, чай на 440 тысяч. Я охуевший? Тихо. Мы чего не оттрясем? Я с Радыгиным сейчас поругался нахуй сегодня, он при матери. Зачем кому-то потому говорить? Потому что он, блядь, начал, на откровение. Почему ты говоришь, что Ауди не врезался? Давай. Афиной! Ты за что это слово я должен? Ты, это моя любимая! Я... И вот, Валина, ты кабина! Я... Ты такой! Да что? Мама хоть нормально на пол! Ты сумочку-то куда? Мать нормально поддерживала нас, любимой. Пошли. Я люблю, а ты чё? Пошли. Тебе чё дороже? Подожди, пошли. Нет, никаких завтра. А чё? А! Мама! Что дороже?